Я всех приветствую на своем канале. Сырой лес не пускает развешивать ловушки, но готовимся к сезону. Сегодня хотел бы показать, изготовил нуклеус, облетник. Все из подручных материалов, без станков. В первую очередь использование пенопласта, использование ДВП. Соединил с помощью скотча, получилась боковая стенка. Передние стенки. Конструкция, на мой взгляд, очень интересная, достойна внимания. На такой основе изготавливают многие улики. Здесь используется щит, и чтобы не выбирать четверть, прибивается, прикручивается, прикрепляется планка, и получается место для установки рамок. Что хотел еще подчеркнуть в данной конструкции? Это расположение летного отверстия. Чтобы избежать разграбления слабой семейки, отводка. Воровки боятся закрытых пространств. Чтобы этого достичь, можно расположить прилетное отверстие под нуклеусом. Получается закрытое пространство. Попробую, посмотрю. Дно в нуклеусе пластиковое с вентиляцией. Еще особенность. Данный нуклеус можно устанавливать на плоской поверхности. Здесь есть две ножки. Еще можно прикрепить с краев две рейки, и таким образом нуклеус будет более устойчивым. Рамка используется, это половина 145 рамки. Рассказывал, почему такой размер выбрал для облетников. Использую скотч для защиты, использую фольгоизол для утепления и используется береста. Самый доступный, простой, подручный материал в моем случае, в моем регионе. Крышка из пенопласта для удержания тепла. Конструктивно получилось, сделал еще пространство, не знаю, нужно оно или нет. Крышку опять защищаю, усиливаю материалами, скотч, береста. И пластик использую, чтобы крышка с одной стороны была защищена, с другой стороны, чтобы она могла надеваться на нуклеус. Поверх рамок полиэтилен. Вот такой нуклеус. Я, скорее всего, буду крепить его на колья, сверлить отверстия в стенках и саморезами крепить кольем. Планирую 4 кола и буду крепить. Потому что у меня пока с тачком неопределенность, где и как будет что расположено. Такой обзор, такая конструкция. Готовимся к сезону. Попытаюсь вывести маток. Дальше буду рассказывать, что для этого готовлю. На сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю успехов, удачи и до новых встреч.